Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на талант. Это будет дар жизни. Я покажу, расскажу, кому как его ставить, где применять. Он такой же талант, как и стойкость. У нас была изначально стойкость, когда-то сейчас я вам сразу покажу. Казалось бы, топовый талант на жизнь, но в ходе теста выяснилось, что каменка все-таки лучше. То есть каменка прокачанная там на восьмерку, 60% дефа, которая дает герой с ней лучше выживая, чем герой, который имеет в два раза больше жизни. Конечно, это не относится ко всем героям, но в основном на то время это так и было, и в принципе сейчас тоже это показатель. На девятке, вот видите, плюс 160%, но это вообще не, абсолютно не спасает, поэтому не тратьте, до этого таланта мы дойдем. А вот дар жизни, Витал Бум называется он. В чем суть таланта? Давайте на восьмерке. Увеличивает хп вашего героя на 80%, и когда атакован, имеет 50% шанс снять баф из трех ближайших героя. Что это такое? Сейчас я вам это все прекрасно покажу. Давайте мы возьмем героя, который у нас будет хорошо жить. Это будет Зефирка. Вот возьмем такую вот сборку. Я после атаки фортом не поменял ничего. Ну да ладно. Что у меня там, дара жизни нету, что ли? Вы что? А есть, конечно же. Вот он, 282 штуки. А на 80% по восьмерке, в принципе, 3 ставим. Поехали поищем героев, чтобы вы просто понимали, кому, как он действует, что он делает. Талантик обалденный, особенно обалденный для PvP локации. Так, ищем. Нам бы желательно найти базу, где есть хрон. Хрон, либо что-то в этом роде, чтобы баф проходил. Блин, на моей силе, конечно, блин, таких противников найдешь. Ладно, давайте попробуем на экспедиции. Кому ставить, я сейчас вам тоже покажу, кому можно ставить, по крайней мере, кому оно неплохо будет смотреться, но это не топовый талант. Вот, отлично. Я не знаю, мы их ушатаем, не ушатаем. Да. Супер-мега-тест, ребят. Потестировали. Ладно, давайте попробуем на PvP-локациях. И давайте, знаете, кого поставим? А, давайте не так сделаем. Поставим хранителя. На хранителе будет лучше оно смотреться. У него жизни тоже очень много. Заодно и посмотрите. Такс. Убираем, ставим. Так, отлично. И ставим сюда еще ангела. Для полного счастья. У нас там музычка закончилась. Поехали в экспедицию. На хроне будет хорошо видно. Талант, в принципе, неплохой. В любом случае, он лучше, чем стойкость. Да, он не дает столько жизни, но в PvP локациях старых противников он будет снимать бафы. Вот это самое, самое важное. Так, смотрим. Это у меня жестко дикий какой-то хрон. Вот Гаргул, если вы присмотритесь на Фрею. На Фрею у нас нету и на других героях дефа защиты, которую он дает. Сейчас мы опять перезайдем. То есть он снимает этот баф. Сделаем ресет. Еще раз. Ну, пойдем на PvP локации, потому что тут я вам явно его не покажу во всей красе. Но он неплох для забытой битвы. Давайте тут попробуем.
Вот Гаргул включился. И вот смотрите на героев. На них, хоть он там их и хилил, на них нету щита. То есть он снимает подобного рода бафы. Усиление от Хрона, усиление от Купидона. То есть вот, усиление именно. Давайте еще разок попробуем. Нам бы как-то так, чтобы Хрон, точнее Купидончик, включился сразу же. Вот смотрите, Куб дал бафы, и смотрите внимательно на некоторых героев. Хотя нет. Не, вот снял. Давайте еще разок. Ну, чтобы уже наверняка увидеть, действует ли оно на скилл Купа или нет. Так, где-то зайти подальше. Так, чтобы Купидон включился. Вот, Купидон включился. И вот поснимала бафы опять Ара. Вот смотрите на Аре. Не, все-таки висит. Висит. Теперь упала. Странно. Ну, очень странно. Еще разок посмотрю. Самому уж интересно стало. А попробуем где-то здесь запустить. Так, отлично. Но они атакуют тень. И нет, это не то. Нам надо сразу же, чтобы хроны атаковали. Ну вот, смотрите, на половине героя вот Купидона нету бафа. Конечно, не знаю, что там вам видно. Интересно, кстати, на черепе протестить. Да, нету вот. Бидон кого-то бафнул и спадает сразу же. То есть они бьют. Вот опять снялся баф. Правда, я не знаю, какой там Купидон, какой там скилл. Вряд ли он там топовый. Но все равно пару секунд должно держаться. Купидон неизвестно какого скилла. Так, вот так лучше будет видно. Снимает, не снимает. Да, снимает. Бафнулся. Странно как-то, вроде и не снимает. Короче, сама суть в том, что оно должно снимать бафы. Какие бафы, это надо будет потестить, посмотреть. Буду тестировать героев 1 против 25. Обязательно это сделаю. В общем, по героям, кому можно ставить. За неимением СО и каменки, то есть это равносильно, это намного круче, чем стойкость. Поехали, покажу. Такие герои, в котором я тестировал, ставил, и в принципе оно заходит. В первую очередь это танки, то есть раз можно поставить те герои, которыми вы сможете танковать, кому оно подходит. Можно и черепу даже влепить, почему бы и нет, у него есть рез. Так, Тесса тоже неплохо смотрится, она обалденная. Такс. Некросу тоже ставили, тестировали неплохо. Но это опять же, это самый крайний вариант. Даже тому же самому ворожаю на первое время. Ну, это такое, знаете, вот этих героев я бы, наверное, убрал. Просто чисто так вот. Фрэнку можно поставить. Можно поставить, конечно же, лучшей эмблемой. Его ставить на PvP локации. Вот у меня такая была. Бабашка тоже подходит на Огника. Ну, Огник и так снимает баф, ему бессмысленно. На Махатму можно как вариант поставить. Но она и так обалденная. Бугичу смысла нет, этому смысла нет. Можно Рози как вариант. Но опять же, если у вас есть Роза, то у вас по-любому есть ИСО. Вот сюда можно поставить. Тоже неплохой вариант. Она будет снимать бафы. Тоже хорошая тема. То есть оно снимает усиление. Сейчас мы зайдем точно на русский сервер, протестим. Хранителю тоже можно. Ну, стрелку там по возможности, если у вас нету ничего. Вот нету ИСО, я показывал со стойкостью. Стрелок тоже довольно-таки неплохой.
поехали на русский сервер. Странно, кстати, мне за Купидона очень странно. Интересно будет потестить, потом посмотреть. Такс. Вот он, дар жизни. Вот, увеличивает здоровье. И когда такого, снять баф из двух ближайших ролов, то есть усиление. Вот так вот. Атрибуты, как видите, дает жизни. Неплохо так дает жизни, но атаки очень мало. Поэтому даже эмблемы ставить бессмысленно. Но если он у вас есть, можете поставить этим героем. Я, допустим, поставил бы танком, даже Асури можно, в принципе, как вариант тоже. Аси тоже подходит он. Он будет, помимо того, что забирать энергию, то есть также будет у вас снимать бафы. Тоже довольно-таки неплохо. Вот у меня есть он вторым даже. То есть Асурику можно тоже как вариант поставить. Ну, героев как бы очень много разных. Сейчас я гляну, может, у кого-то еще у меня стоит. Я просто на русском сервере давно уже ничего не ролил, не выбивал по талантам. Все как я тут забросил, так и осталось. Нет, больше ничего такого нет. Вот, то есть этим героем можно ставить. Это, в принципе, будет нормально. Это не топовый талант, но на PvP локациях, если будет хоть один такой талант в пачке, у вас хоть какой-то шанс будет нормально потерзать противника, потому что он будет без бафов. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, жмите репостики. Всем удачи, всем пока.